Число жертв боев за Триполи приближается к 150. По последним данным ВОЗ, из-за боевых действий погибли 147 человек, более 600 ранены. В Ливии резко увеличилось число жертв боев за столицу страны Триполи. Как сообщают в местном отделении Всемирной организации здравоохранения, в результате боевых действий уже погибли 147 человек. Кроме того, по сведениям ВОЗ, в стране зафиксировали 614 раненых. ВОЗ направила команду хирургов для помощи больницам в районе Триполи, говорится в сообщении. Напомним, 4 апреля ливийская национальная армия командира Халифа Хафтара начала наступление на Триполи, контролируемой силами признанного ООН, правительства Ливии. С тех пор Хафтар игнорирует призывы международного сообщества остановить наступление. Ливия страдает от насилия, политической нестабильности и борьбы за власть с тех пор, как в 2011 году был свергнут и убит многолетний правитель Муаммар Каддафи. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.